меня вот рыбы есть. Вот я, да, Я понял. рыбы. Да, значит, рыбы, вот они антистресс. Да, ну вот. То, что тебе кто-то вынесет мозг, ты так подумал, они там плавают. У меня сейчас они начали плодиться, как безумно, и много производится. И они такие, они танцы танцуют, вот так вдруг вокруг други. Все, ты смотришь, да, что такое? Включается механизм защитный, да? Почему? Потому что мое внимание переходит во внешнее, и если внутри моей головы куча народу ходит, дискутирует, да, потому что у вас в голове тоже куча людей, они там все ходят друг с другом разговаривать, вы с кем-то ругаетесь, вы там внутри головы выясняете отношения, у вас там дом советов, а не голова, понимаете? Вот. И когда вы внутрь смотрите, у вас возникает внутренний стрессор, потому что вы видите эти конфликты, переключаешь внимание во внешнее, и у тебя возникает ощущение, что ты не видишь этого, и они там успокаиваются, потому что до тех пор, пока вы внимание направляете внутрь себя, все стрессоры, которые у вас есть, обретают силу.